Вот я его сейчас не боюсь. Где ты, щенок вонючий? А ну, покажи свою... А! Да ну! Блин! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, Подлючка, Заварна Кофе, Профит, Угабуга, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем здорово. Привет. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Мы скачали очень классную карту, это лабиринт, но он настолько маленький, насколько это возможно, поэтому будет очень веселый ролик, который будет называться «Аниматроники гоняются за нами в лабиринте». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Погнали. Кто первый умрет, тот самый неумеха в этом ролике. Дима, давай выживем. Я буду очень сильно выживать. Очень сильно. Я вообще. А вы что бегаете? Это же нечестно, на голове друг друга сидит. А его троллик бежит, сейчас двоих убьет. Да? Где? Боже, испугался. Вот вы где лазите. Так, так, так. Вот он бежит, ребятушки, за мной. Один слился, отлично, я живой. Ты меня подставил, я вообще как его головой заставил. А я бы на это и рассчитывал, что ты сольешься первый. Ой, я бы не хоппер, вообще мощный. Так, а кто у нас первый умер, пацаны? Кофе. Ну все, Дима, ты сольешься. Блин, да я так дернулся, ты что? Блин, да у меня жизни, в реальной жизни уменьшаются. У меня минус 5 хп. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Садись, Подлючка. Так, знаете, надо так встать в проходе, где видно этот, максимально много карты. Бежит, 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 бежит. Побежали, пацаны? Бежит. Да вы что чудите, вы что друг друга на руках носите? Это прикольно, кстати. Дима, мы идем на свадьбу. Это свадьба у вас там? Да. Мы мутировали даже, знаешь? Я понял. А интересно, если он вас убьет, вы все умрете сразу? Не знаю. Бежит, бежит, бежит. Я пожертвовал. Отлично, Пингвинус вообще молодец. Где он? Бежит, 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 бежит. Кстати, на этой карте очень легко убегать, просто надо выхватить тактику. Надо уметь банихопить очень жестко. А не стойте в проходе, вы чё стоите? Дима, я же говорил, что ты второй сольёшься. Я поддался, чтобы тебе не было обидно, ты понимаешь? Это ж поддавание. Конечно, да. Поддавание? Поддавание, да. Мне уже не убивать. Ой, я тут уже... Не бей. Садись. Дима, иди сюда, вот. Лови Диму. Не-не-не, все нормально, все, пацаны, четко. Я выхватил, как здесь можно долго выживать. Какие бархатные тяги. Мы в конце ролика будем опять настроить по табу. Кто у нас первое место занял, а кто последнее. Я буду первым. Это что? А я у Тика. Я убежал, точнее. И они все сидят там, я вижу. Ты вообще? Ты еще проходят такие узкие? О, раскрывайся. Не убивай меня как бы второй раз, когда я только заспалился. Он ближе. Саня, беги, беги, беги. Я вспомнил, надо лучше бежать. Ребята, очень опасно там сидеть. Тут надо постоянно перемещаться, чтобы выжить. Так, пацаны, у меня есть сейчас два прохода открытых, я сейчас все вижу, а вон ниже бежит. Убегайте, быстро убегайте. Ай-яй-яй, страшно. Я вспомнил. Мне хлеба надо купить. Давай, и яиц купи себе. Дополнительных. Тебе закупить, Дима, да что-нибудь? Да, купи мне булочку с вареньем. Я уже не смогу купить, извиняюсь. О, ребята, напишите в комментариях, кто что больше всего любит. Например. Например, ну я люблю... Я люблю мясо жареное. Ой, плюсую. Уди, я не вижу. Шашлычок, желательно. Шашлык, шашлычок, шашлычочек. Снимитесь. Он за мной бежит постоянно, представляете? Ну я, знаете что, я уже понял одну тактику, как хорошо выживать. И он меня не сможет убить. Конечно. То, что он пытается, это хорошая попытка, но лучше на другого бы переключился. Потому что я живым не дамся. Убивай, но... он сзади, пацаны. Бегите, бегите, бегите. Блин, это страшно, когда он сзади, блин, бежит. Ну вот именно. У него сейчас, знаете, ребята, камера сверху, и он немножко видит нас больше, чем мы. У него обзор получше прям.
Отлично, ребята, смотрите, я оторвался и прям хорошо тащу. Я прямо обманул его. Что вы друг друга на руках носите? А обзор не уменьшает вам? Ну, хорошо. Откуда? Ё-моё! Вот это жесть! Кстати, даже скример что-то не пропадает, это очень странно. Больше всего смертей. А у меня что-то не пропал. Все, я его не боюсь. Вот я его сейчас не боюсь. Где ты, щенок вонючий? А ну, покажи свою... А! Да ну... Блин! Уйди, подлючка. Бегим, пацаны. Бегим, бегим. Текаем. Беги, подливка. Подливка? Какая подливка? Подливка жопная. Хороший ник, мне дал ник нормальный для Стима, спасибо. Че, а хочешь себе никнейм такой? Черкаш. Черкаш? Кто? Ой, Дима, ты куда побежал? Кстати, у нас сейчас полролика будет Пингвинус, а второй полролика будет у нас Профит. А, Профит 15 смертей? А я ж вначале еще поумирал. Ой, он тут, Дима, беги. Ну все, это твои проблемы. Спасибо, что ты подсказал меня, спасибо. Откуда? Пацаны, вас сейчас настигнут, отвечаю. Можно гранаты в этому? О, давайте слеповухи можно бросать, давайте, согласен. Только же вы, пацаны, друг друга ж не этот, не надо нас слепить. Да, Дима, я сдохну, ты шо? Дима, можно дымовые гранаты? Давай дымовухи, давайте, ребята, разнообразим ролик. Да как я так кинул, что я сам себя слепил? Значит, это не я сам себя слепил. Смог гранате. Гранаде. Да, ну да, пацаны. Смоки гранаде. Так нечестно. Шо вы можете... О, ребята, отлично. Мы теперь будем смоке гранаде писать кидать. Да успокойся, сами флешки. Кто меня ослепил? Кто-то. Дайте выжил, пожалуйста. На тебе, смоке гранаде. Нет. Сейчас будет молотов гранаде тебе, понял? Нет, давайте без молотова. Да ладно, я шучу. А ну, молотов... У него жизни просто очень много, поэтому смысл. Сейчас бомбу кинет. Ну что, ослепил вас, пацаны? Чуть совсем, чуть-чуть. Я не почувствовал. Ай-яй-яй! Ну что, давай, Профит, теперь твоя очередь, начинай ты. Все, Пингвинус, ты свою роль выполнил. Теперь у нас будет Профит. Рахи, да. Скажешь, когда будешь готовый. Уже все. Полетел. Капец, бархатные тяги, Саня, на тебя вообще... Так, давайте побегаем. О, бежит, смотрите. Ну и что ты мне сделаешь? Что? Что ты делаешь, эй? Кто молотова бросил? Бежит. Пожалуйста. Так, отлично. Саня, готовься. Он сейчас будет, отвечаю. Смотри. Прям прекрасно. Да пацаны, ну ничего ж не видно, как вы же... Ай-яй-яй! А ты сам туда жил. Да ну хорош, пацаны, я ничего не вижу! Ну так, а все, выживай, Дима. Хватит, ну пожалуйста, я ничего не вижу! Да ребята, ну я не могу так выживать. Я в пол смотрю и слепну, как можно в полу слепнуть? Вы психи, что Дима, ли? Дима, мы смогли, и ты сможешь, давай. Мы вообще с подлючкой вот сидим. О, я аниматроник пробежал мимо меня, представляете, как повезло мне? Так, где он, пацаны, инфу? Да я хотел, мы сейчас смоки. Мы были в смоке и увидели его краем глаза. А! Да ё-моё, блин, да вот это я дёргаюсь, когда он меня убивает. Все, хорошо. А че у меня револьвер черный смотрю? Ой-ой-ой, молодец, угабуга, слился. Внимательно надо чекать. Ожидаем. Во, надо вот встать, где много места, тогда будет видно его. Все. Все, слушаем. Дорожное радио. Профит. Радио шансон. Рахит! А где он? Я его не вижу, пацаны, вообще. Вижу, вот он, пробежал, отлично. Не ушел. Вот он, а нет, это не он. Это не он. Это не он, это я. Уйди отсюда! А! Да я поддался! Да конечно, не рассказывай. Да я не успел даже никак отреагировать, он так быстро убил меня. А, вот он опять. Все, хорошо.
Буга-буга, прости, я не хотел, я случайно правую кнопку мыши нажал. Дима, он вообще за тобой бежал, я видел. А не убьет, не убьет. Вот он догоняет меня, но не убьет. А! Да блин! Да он видит сверху карту! Я не вижу, это как он. Вы представляете, какой заразе? Заразе? А вон он, я вижу. Зараза. Я вас предупреждал, пацаны. А? Понятно. Да что я сам? Я не хочу последнее место занять никогда в жизни. О, давай рэпчик. Давай рэпчик, Дима. Рэп Димас МС. Не хочу я занять последнее место, потому что я играю как говно. О, это не та песня, извините. Я в смоке. Я в смоке обошел его. Я в смоке его обошел. Лови гранату. Кофе, благодари меня, я тебя спас. Спасибо, что там стояли. Ну, реально. Так, вроде хорошо выживаем. Вот и я, а я уже все, я испугался. Ого, ого, ого. Мэнси. Кофе не иди, лови, бро. Так, все. Я за профитом зашел. Не трогай меня, пожалуйста, не надо. А! Я же хороший, Дима. Блин, да тут скину чувака синий. Я всегда думаю, что это аниматроник бегает. Так это я же есть. О, знаете, есть драники, а есть анимадраники. Это ты? А есть сраники. Я на завтра. А есть сральники. Сральники. А, блин, да я не смог убежать. Я знал, что это преимущество очень большое, кстати, у аниматроника. Реально большое преимущество. Да? Конечно. Он видит немножко что-то сверху. Он ВХшник, отвечаю. Да? А им? Да, бани его, Дима, все. До свидания. Не-не-не, мы читы не приветствуем. Блин, ну ладно. У него просто вид лучше, чем у нас. Есть идея. Где он? Вы его слышите? Да, инфу. Где-то был рядом. Инфу. Да инфу! Спасибо за инфу. Все нормально. Идем ко дну. Все. Да блин! Тут Бонька бегает. Все, у него такой похоже очень. Бойся моделька. Меня, бойся. Бойся, иссы. Все, и точка. Сегодня... Сегодня... Да. Что все, я буду постоянно бежать, чтобы он меня не убил. Постоянно бежать и все, и ничего не будет мне. Правильно? Мы тут каким-то фурики с тобой. На. Он рядом где-то был. Вот здесь где-то походу. Да, да, да. Ты сейчас спавно выбегаю, он меня убивает. Кстати. А кто так костюмы спамнит? Это вы или она сама спамнится здесь? Я хз. Возможно, кто-то спавнит. Аптечки, костюмы. Так это был костюм, я думал, там кто-то тело без головы потерял. Так ты говорил, беги, а он, блин, впереди. Ну, ёлки-моталки, трусы на палке. А вы знаете то, что аниматроник у нас может читерить очень хорошо? Так. Каким образом? Он на спавне может стоять и убивать всех. А тут в разных местах всегда спавнишься. Нет. Ну все, он, как и я, читер. Ну все. Ай, Дима признался. О, давайте оружие можно использовать. Давай, иди сюда, щенок. О. Я думаю, что его пора замочить. Админку можно, да? Да, конечно. Не, не надо. Не, только автоматы, пистолеты, CSGO. Ой, стрелять. Извините, сбили отсюда. Сейчас. Отлично, я убежал. Я убежал. Да, он делся. Походу нам аниматроника все. Есть! Ну что, профит, теперь не так тебе легко будет, да? Хорош, хорош, пацаны. Не смог убить, не смог меня. Не перегораждайте путь. Дима, помогай, мало патронов, помогай. Все, убьем, нас много. Где? Теперь он убегает от нас или что? Извини, Саня, я тебя подстрелил. Извиняюсь, кого подстрелил. Это уже реакция пошла. Адреналин в крови пошел. А! Ай-яй-яй-яй-яй, по жопе не стреляйте, вы же по своему стреляете. Так, где этот? Где он? Иди вот сюда. Извини. Спасибо. Месть. Убили? Лови. Надо было оружие взять. О, XC патронов надо взять. Помощнее будет. Эй, блин, да кто-то в спине. А, я об стенку уперся. Я думаю, топ. Ай. Дима, ты сольешься сейчас. Да. Потому что мы все не на Дима, короче, ничего не знаем. Здрасте. Просто ни на кого. У него
Надо бежать просто, постоянно бежать. Видите, я смог. Я смог. Есть! Да ну тут, где много, где много места с ним воевать, тогда будет хорошо. Боже! Все, ребят, я подготовился к его приходу. Как ты боком ешь? Какой? Нет! Монетка! Это что, монетка была, Дима? А где? Я его убил, что ли? А, ты его? Да. Нет, я его убил. Да. А, ты его убил? Думал, да как? Это ж я вроде стрелял. Дима, сейчас найдем этого цикуна. У меня что, на голове кто-то сидит, чем мне кажется, не? Да. Нет, это у тебя никто не сидит, вот. У меня какой-то в уголку, получаю в уголку какая-то штука появляется. Дима! А это скример еще надо. Но... Да я же стрельнул, я же стрельнул! У меня столько хп осталось. Дима, нельзя. А, я как бы неплохо а попал, да? Своим. Алло. Алло. Так. Ну так ядерки еще да нет, давайте без минигана. Ты что делаешь? Ай-яй-яй, профит. Нет, Дима, не надо. Надо, надо, я хочу его убить. Все, профит, ты проиграл, видишь, ты не смог. Ладно. Принял поражение. Ладно, победила дружба в этом ролике. Так, теперь мы будем смотреть, кто у нас занял последнее место. Гусанёк больше всех умер, он последнее место занимает. А меньше всех умер Пингвинус. А, Пингвинус, не считаем, он был за аниматроника. Он же за аниматроника, да, был. Тогда я. Ты, Дима. Я. Ребята, наконец-то это вот ролик, когда занял первое место. Меньше. Нельзя спасибо. 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 Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. До всем отличного настроения. И всем пока. Вы ненормальные, как я. Веселье. Ты сейчас...